Добрый день, дорогие друзья! Праздность. Тема этого небольшого видеоразмышления, и поводом послужил тот факт, что моя жена, она ездила с группой здоровья, в которой занимается по утрам круглый год, к озерам в Кабардино-Балкарии. И поездка была однодневная. Это хорошее мероприятие, выезд на природу. Но было у них вино, и, естественно, эти женщины среднего возраста, ближе к пожилым, они на природе ели и выпили тоже немного вина. И, казалось бы, ничего в этом плохого нету. Я не строгий, как бы, борец за здоровый образ жизни, но когда у человека перенесенные, скажем, инфаркты, то алкоголь категорически запрещен. Потому что мозг страдает от алкоголя, и импульсы, которые идут от мозга к сердцу, они еще хуже функционируют и работают. Поэтому алкоголь, он расслабляет, но не дает здоровья человеку. И это факт. И все врачи, которые утверждают, что алкоголь в малых дозах, он полезен, они обманывают и вводят в заблуждение огромное количество людей. А заблуждений очень много, но сегодня я хотел бы поговорить о праздности. Слово «праздность» означает, что в определенных ситуациях человек теряет контроль. И это происходит, к сожалению. Особенно это бывает именно в праздники, в дни, когда человек ничего не делает, кроме как остается дома или в кругу друзей, или это дни рождения, или еще какие-то мероприятия, которых человек оказывается в бездельничьем состоянии и, вкушая, наблюдает жизнь других людей и принимает неверные решения. Хотел бы обратиться к Библии на эту тему. Очень интересный момент из Библии. Это Деяния святых апостолов. Это первая глава. И 40 дней Иисус Христос являл себя своим учеником и сказал им, что Иоанн крестил водою, а ученики его будут крещены через несколько дней Духом Святым. И он велел им не отлучаться из Иерусалима, и ученики спрашивали его в это время: «Не сие ли время, Господи, восстановишь ты царство Израиля?» Итак, ученики спрашивали о царстве, о земном. А Иисус Христос, как Бог, Он говорил о небесном, о совсем другом. И о крещении Духом Святым Он говорил. И когда Он поднялся в небо, то ученики вернулись в Иерусалим с горы Елеонской и пребывали там 10 дней до праздника Пятидесятницы. И вот в праздник Пятидесятницы Бог, как и обещал, крестил своих учеников, а было их около 120 человек, Духом Святым. И стали они говорить на иных языках, и приобрели они один из 9 духовных даров. Каждому Дух Святой дал отдельный другой дар, и стали проповедовать Евангелие в других странах нашей земли. Но перед тем, как явился Дух Святой и крестил этих 120 человек Иисуса Христа, произошло такое малозначительное, на первый взгляд, но важное событие. Однажды, находясь в бдении и в молениях, но на самом деле ожидая крещения Духом Святым, Петр встал и говорит всем 120 ученикам Иисуса Христа: «А давайте-ка мы выберем 12-го апостола, ведь Иуда отпал от нас». Они даже забыли о Павле, который уже был к этому времени учеником Иисуса Христа. И Петра послушали. Он был очень авторитетным человеком. И его послушали и сказали: «Ну давайте». И вы знаете, что интересно? Из 120 человек почему-то нашлись только два кандидата. Иосиф Варнава Иуст,
и Матвей. И выбирали они так. Они помолились и бросили жребий. Это не Бог им сказал выбрать или выбрать вообще. 12-го надо же было выбирать или не надо было выбирать. Но вот такое в праздности, даже во время ожидания Духа Святого, Петр пришел к мнению, а давайте мы вот скоротаем наше время не только в молитвах, в молениях, но и в выборе 12-го апостола. И что интересно, выбирали только из двоих. Неужели не было большего количества кандидатов на эту роль? И сегодня у многих людей также есть очень много заблуждений. И эти заблуждения являются людям как духовно, так и физически в праздности, в ничего не делании, в незанятости, в безделии, в созерцательности. И мысли разные у людей приходят, иногда богоугодные, иногда не богоугодные, но в любом случае решения бывают очень часто даже у верующих людей не от Бога, а от своего сердца, от того, что в этом сердце человек считает наиболее важным и главным на сегодняшний день. Праздность. Какие решения приходят в праздности к людям? Обратите внимание, что праздность – это не только духовная, но и физическая составляющая жизни людей. И в праздности многие люди пребывают не только месяцами, но и годами, наслаждаясь жизнью и думая, что жизнь – это вот как раз получение удовольствий у тех разного рода. Но так ли это? Поразмышляйте вы об этом, а я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.